Хей, йо, гайс, с вами Шубики, мы продолжаем проводить игру под названием... Охотники за пры... Да, гос... Правильно, правильно, именно так. А? Мы разошли осиное гнездо. А зачем ты это исследуешь, если нам туда? Аж мурашки бегут, да? Нет. Меня мурашки... С чем? Ну, на пропели водички. Ты идешь? Что ты стоишь? Пошли. Heads up, Hot Rod! Походу, это через стену. Да ладно, у меня фонарик есть. Только не говорите, что будет уровень, где я буду в темноте ходить. Пожалуйста. Без резких движений. Ладно, вроде как все тихо. Это ловушка, это... Да, я так и знал. Теперь они втихаря нападают. Ну хотя бы это не призраки. Типа, призрака можно, да, рушить объект, а мне нельзя. Ну нафиг мы туда хера. Подожди, подожди, подожди. Я сейчас, походу, сам откачни. Серьезно, миссия про... Stay puffed is working overtime, generating these little freaks. Классно. Все-таки здесь можно умереть. Бег! Меня вымораживает бег. Stay with me, Haas. I'm sure there's more fun up ahead. Пошли, пошли, не замедляйся. Сейчас мы фотон попытаемся замутить. Взрывной вот этот. Ой, валяй, давай не начинай, пошли. Окей, sure got quiet all of a sudden. Смотри, чтобы тебя мой этот не задел. Взрывное устройство. Походу его не задевает. Но разрушаемость большая становится. Ну плевать, все. Просто минус 3 делает, и это хорошо. Чем проиграть и начинать заново. Как вы видите, он просто уничтожает запросто их всех.
Сам справишься, я понял все. Typical sugar high. Просто повышенная доза чего-то. Так, подожди, мне улучшение. 12к. В принципе, можно. Увеличен мощность базовой частиц. Снижает перегрев и повышает урон. О, купить. Введение кольца поглощения фермионов в нейтральный бластер и патронов Франца существенно снижается перегрев, а действие пучкам базонов позволяет задействовать большее количество пучков и повышает наносимый урон. Кроме всего прочего, снизит и радиус испарения при случайной блокировке бластера до 1 квадратного мили. Нормально. Так, пока мы туда не пошли. Speed it up there, Tiger. Успокойся, тигр. Let's go. Пошли. Come on, let's go. Speed it up there, Tiger. Let's go. Изучить. Черный дом Хохмана. Американский оккультист Джон Джордж Хохман в 1926 году заказал небольшую модель для домашнего центра зла «Черный дом 3» из архитектурной фирмы Шандора. А модель была выполнена, но Хохман так и не вернулся за ней и не заплатил за заказ. Полетели. Впервые мы проиграли с вами. Чего? Почему там был женский крик? Бля, понимаю. Ready to be a hero? Up here. Chunks of the building missing everywhere. You are required to be похоже на руины. Ты через них пророс, они отвалились впереди. I can't get past them. They're disgusting and they're unhealthy. Did I mention there's a spectacle? О. Так, прекрасный красный принц. Написан знаменитый безумный Гаги. Аремна для Грутом в 1954 году. Де Грут был печально знаменит исполнитель, так, использованием собственной крови и крови других при создании своих модернистских шедевров. Однако так позже было доказано, что это были лишь дикие слухи. Я знаю, что ты хочешь сделать. Подожди, давай еще апгрейдну. У меня деньги есть? Нету. Полипать. Так. Кто-нибудь помогите мне. Спокойно, мисс, расслабься. Не надо резких движений. Двигайтесь резко, двигайтесь резко! Так, радиус увеличится, хорошо. Ух ты, смотри, парень, какой вид, а? Манхэттен, обожаю его. Девушка, не двигайтесь очень быстро. О, здорово. Все хорошо с вами, доктор Вейкман. Вы в безопасности. Ты ведь не все кофе выпил, правда? Рэй, я всю пенсию так принес кофе, но маленькая негодяйка ее разлила. Может, ты меня чем-нибудь порадуешь? Это был Гозер. Да, наверное, скорее всего. А вы хотели выйти отсюда самым
кратчайшим или самым живописным путем. Выбор представляет Дамия. Там есть лестница. Вперед! Капелька любезности в трудностной ситуации не помешает. Обожаю женщин. Так, здоровяк, давай сделаем все так быстро, без слишком шума. Пока Гант ничего не понял. А думаю, у маленькой встречи ушки. Новостроенные ушки. Давай быстрее только. We go up then, to the roof. Ага, мне нужно на крышу чухать. Пока все идут на крышу, я иду вниз. Понял, я не иду вниз. Хотел пойти. А, так у меня на этом изображен. Ну привет. Зефир обнаружил нас. Шевелитесь. Вот, у меня, короче, на ремне показывается, когда что-то близко. Оно зелененькое. Подожди, а где женщина? Она что-то так быстро забежала. Еще чуть-чуть, кадет. Да я бегу со всех ног. Если бы он еще нормально поворачивал бы. Туда. И какое-то утешение. Ну же, пошли. Куда? О! Во, красненькая, красненькая. Не подходи! А, я понимаю. Так, ловушку я активировал. Голуби на меня нападают. Ни хера у него пулемет. Отличная работа. Так. О, нет. Блять тебе. Так, тихо. Ловушку! Так, хорошо. Забираем. Новую кидаем. You've got him on the ropes. Now bring it in. Тихо. Готово. Не хочу вас пугать, но мощный сигнал. Так, подожди, пока мощный сигнал. А, так у меня 5000, подожди. Хотя должно быть на что-то еще хватать. Или не? Нет. Вот так. Хорошая работа, ребят. Ха! Всем бесплатные подарки от 54-й улицы до 5-го авеню. Счастливого дня благодарения. А вот и он. Большой взломанный морячок на пути. Оу! Почти кажется, у него ничего не вышло. Рэй, послушай, если бы три парня каждый размером
с твоей палец скинули тебя с высоты тридиэтажного небоскреба, ты бы расплылся обратно, чтобы их раздавить. Несомненно, я был бы взбешен. Ага, похоже, у кого-то слишком высокий уровень. Это гигантская белая или синяя игрушка или парень, нечто, ну, все еще лезет по зданию. Я впечатлен его ловкостью, если не брать в расчет его размеров. Хорошая новость, Экта 1 готов к наступлению. Приготовимся вместе, подождите, не... Так, не могу ли вы задерживать? Если под несколько ты подразумеваешь одну минуту, то без проблем. Эй, тебе никто не говорил, что у тебя перерыв? Не волнуйся, малыш, мы рядом. Что ж, если ты там, то, может, найдешь способ убить мистера... Сласти? Мистер Сласти? Ё-моё! All right there, Sunshine. Are you okay? You're all strapped in. We've got a good tight grip on your belt. Here he comes! The Big Daddy manifestation himself! A raging blob of densely packed marshmallow! Да я так... Oh boy! Melt him, Chief! Give him full screen! He's right. Вот оно как! More of those minis. How many can he generate? From 200,000 square feet of solid marshmallow? Like 60? Все отлично. Так. Тихо. Тихо. Вали отсюда! Еще. Перезарядка. Два выстрела, перезарядка. Не-не-не, парень. Ты вниз падаешь. Ты испортил мой десерт! Итоговый счет, охотники 2 балла, Гозер 0 баллов. Высшая лига всегда побеждает. Рэй, Питер, ловушка готова, мы на позиции готовы. Где он? Он стал большой белой лужей, по крайней вы едете. Мы висели на вас лоске Эгоном, но все же рады, что ловушка не приходилась. Думаю, я обязана вам жизнью. Она чиста. Как ты себя чувствуешь? Довольно неплохо, если не учитывать все происшедшие. Что ж, для нас это был лишь обычный официальный денек. Офисный денек. Знаете, я никогда не забываю выражение лица при первом встрече. Мы, кажется, уже пересекались в отеле Сэндвич. Тогда ты недовольно вогнала меня в красоту. Меня зовут Элиса, доктор Элиса Селвин. И... Я доктор Питер Венкман. Это доктор Эгган, доктор Рэй и доктор Уэнсон. Это кадет, если ты не помнишь. Ну, если ты его помнишь. Охотники за привидениями. Вам придется столкнуться с такими коварными комнатами. Честно. Квантами, что? Это называется дуга, мощный выброс. Вообще-то да, когда я была в музее, этот самый выброс прошел по всему зданию. А потом я оказалась у какого-то комнаты в старом отеле на 13 этаже. Сэндвич. Сэндвич нет 13 этажа. 13-го. Кто-то притягивал меня словно магнит. Я чувствовала, что нахожусь в глубоком сне. А когда прошла в себе, убежала и... Хорошо. Здесь мой временной офис, пока я нахожусь в городе. Я начал проводить исследование сразу после того, что произошло. Нам не было здания, нам по вопросу исследовали пару тестов. Если вы не против. Есть идея получше. Может, обсудим это когда-нибудь в тайском, мексиканском или японском ресторанчике?
Ого, доктор Ивенко, на этот раз вы побили свой рекорд, не высказав ни одного колкой мысли за 45 секунд. Доктор, и пылкий пациент, очаровательно, просто прелесть. Окей. Теперь я настоящий охотник за привидениями. О, это типа эти актеры. Ай, подожди. А, это рабочий месяц. О, это ж мои эти находки. И что, это типа конец? Ну, погнали, посмотрим, что у нас еще тут есть. Нашивая. Ладно, погнали к девке. О, подожди, бильярд можно сыграть? А, это тостер. Все наши находки оказываются здесь. Значит, вам так много известно о Газаре, потому что я являюсь специалистом в области древней культуры и архитектуры Месоаматона. Особенно это касается шумерской и, в частности, газерской эпохи. Меня пригласили на выставку Газера в качестве гига. Вам известно, что в вашем служащем списке фигурировал? Да, конечно. Газар, будучи богом сельского хозяйства, относился к низшей лиге, и все-таки рисунки... У меня такое ощущение, что нас специально туда не приглашают. Вам так не кажется? К этому я имею никакого дела. Это, джентльмены, полностью моя инициатива. И могу вас уверить, что это вовсе не случайность. Ой, кстати, у вас посетители. Спасибо, Жанни. Ты весьма наблюдательна. Уолтер Пэк. Я и не представляю, что вы являетесь сюда без просмотра мэра, который обычно с вами ходит. Хорошо. Настало пора приготовиться о проблемах общества. Мои извинения. Доктор Селвин, вы в порядке? Я слегка беспокоюсь о предстоящих выставках. Вы шутите? Вы и так уже успели пострелять в прессе. Приглашение в рекомендации мистера Пэка, эксперта Газарта эпохи, подверглось нападению самого Газара за ночь до открытия выставки. Прошу вас, скажите это. И вправду был Газар? А в этот раз Газар обрел форму призрака, которую создал ранее эфирного человека. Правда, тогда он был намного сильнее, чем сейчас. Ха! Это я хотел услышать. Мне кажется, вы не просто так пришли этого психа с собой. Ой, кажется, я чихнул в неподходящий момент. Послушайте, у меня есть отличное предложение. Может быть, вы, парни, не объясните с Пеком? Что? Ни за что на свете. Немыслимо. Оглянитесь, это город Сан-Кадзима, возможно, контракта. Вы ведь хотите расширить свою деятельность, когда пора помощь городу? Я только за. Вы ведь не мне помогаете с предвыборной кампанией. Некоторые утверждают, что вы стали мэром только благодаря... Прошу, не так громко, тем более в совершенном несовершенном выходов вышли в разрушенные нескольких кварталов. Городской совет принял решение вывести вас в пространство. Мы же, как всегда, чаемся вовремя. Чему это довольствуется надзор? Ха-ха-ха, отличный ивент, команд. Этим мы всегда не нравились. Что ж, теперь к вам возвращается ваш старый друг Пэк. Зная, что он раздражает в своей яркости и ярко привлекает, но зато он полностью сосредоточен на работе. Иными словами, он ваш... Кен Пикак? Комиссия по наблюдению за паранормальными компаниями. И я сделаю все возможное, чтобы отображать у действующих лицензию. Полегче, Пэк. Начиная свое расследование, охотники просто держатся под контролем комитета. Подумайте, если охотники перестанут существовать, то вы лишитесь работы. Так что вы нужны друг другу, какая ирония судьбы, не правда ли?
Эй, Маллиган, можно вас на пару? Для тебя мэр Маллиган, Венком. Думаю, мы друг и другу поняли взаимодружим важнее всего. У нас будет больше административной свободы, я сохраню доверие граждан, а Бэк расширит сферу своего влияния. Если играть по правилам, то вы и вы, городские цели, слегка добьетесь своих целей. Ладно, у нас завтра важный вечер, Элиси. Советую поспешить. Итак, если ты со мной теперь друзья, то почему вы не встретили нас с приглашением? Вряд ли, но мы еще увидимся. В ближайшее время может на это рассчитывать. Разве этот Пэк не ведет себя как человек, который так и хочется случайно за базовым дротиком? Я хочу сказать, что он скоро дождется. Охотники за проведение слушаю. Мы можем запланировать визит. Значит, следующий четверг где-то в 8 утра до 4 дня. Боюсь, мы закрываемся ранее. Хорошо, тогда я вас... О, это та картина из второй части. Этот город снова испытывает мой гнев. Я чувствую приближение чего-то более ужасного, чем я. Вы готовы? Пусть копыта тысячи стад выбьют вас в землю. Так вот, мне предлагаете поехать дальше? Ну поехали! Рэй и я пришли к выводу, что нам стоит осмотреть музей, если что-нибудь произойдет, а нет, то только там. Ладно, возьму одну с собой и остальную с Элюсой. Вы, ребята, бегите за университет и к кадетам, и я буду охранять ее покой. Что там с Пэком? Он должен быть в курсе всего, что мы занимаемся. Чем меньше он знает, тем меньше вреда. Эй, ребята, вам лучше ехать в объездную. Приближается что-то крупное. Про это все новости послушаем. Еще одна группа призраков была замечена в общественной библиотеке Нью-Йорка. Серия Леди. Если это действительно правда, то вперед. Что насчет самого музея? Он просто уже 104 года. Ребята, вы ведь помните, какие фокусы проводил с вами Серая Леди в прошлый раз? В этот раз она настолько выглядит полной придурками. Ох, еще кое-что. Звонил Пэк. Он говорит, что я должен сказать ему, когда вы направляете и зачем. Скажи, чтобы встреча у нас в музее, мы скоро будем там. Я на самом деле думал, что это уже конец, потому что на этом начался фильм. Толпа народа. Венком, это мне нравится. Капитан МакКейхан из 12 отдела говорит про то, что дико огромное. Здесь как-то тихо. Возможно, в этих двух любимых статуях случайно нет призраков. Проверь Валентин. Интересно. Рэй, не хочешь посмотреть? Ого, мощный всплеск! Эй, кадет, тебе надо на это посмотреть. Вау. Смотрите! Телекинетика! Давай, за ним! Вы слишком стенд. Начинается, да? А вот и они. Couple of class 5 animators. Never seen them in tandem like that. Только на класса 5. Включаю ранца. Вот, теперь я могу спуститься в самое начало. На первый этаж. Да, что-то ловит, ловит. Что-то наверху. Отлично. Ого, полегче. Эй, полегче, не значит, что это легко.
Извини, Зи. Может, в следующий раз будет об этом предупреждение, а? Вот это зверь, Рэй, нужно его догнать. Уилсон, проверь другой проход, посмотрим, есть ли у него друзья. Отправимся в комнату с призраками. Не вопрос. Используй шокер, чтобы все было поблизости расстояния. Он довольно мощный, но на дальних дистанциях его лучше. И, пожалуйста, поаккуратнее, это протитут, думаю, ты подготовился. Лучше зависит вовремя замедлить паранормальные субъекты. Если что, использовать луч на объекты в течение длительного времени, можно остановить. Вот значит как. Вау. И это что-то новенькое. Это что-то реально новенькое. Давайте тогда я думаю, луч стазиса. Он не имеет ничего. И когда ты только успеваешь придумать эти штуки. Я провожу эксперименты, целый который заключается в том, чтобы уделять сну не более 14 минут в день. Здорово, готово. Окей, ребят, давайте я тогда думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.